Так, а это что? Открытые двери. Особенный гость. Мадхав. Какое сегодня солнце! Супер! Чудо! А лисичка моя опять рисует. Ну да, она ко мне подходила, пока я загорала. Сказала, что она пошла рисовать мандалу. А мы приехали с Морджима. Там не покупалась. Бегом здесь купаться. Не, спасибо. Каждый раз новая мандала, сегодня новая. Звук другой, энергетика другая. Не пойму, что другое. Прямо с Калангута сообщить нам, что смотрят наши видео. Мы вообще из Воронежа приехали. Ой, а там улица Лизюкова у вас есть? Котенок с улицы Лизюкова. Вы из мультика про него узнали? Конечно, а как же? Ой, я подгорела, мне неудобно. Все подгорели. Детям привет, вы хотели передать и обещали, что... Соня, Маша, Даниил, мама моя дорогая, всем вам привет. Мне тут очень хорошо. Я на бичи. Арамболь. Арамболь. Это детям он дарит. Аметистовые. Спасибо, так приятно. Такие кристаллы, в общем. А я сейчас стою с подружки, говорю, я же привезла вам горчицу русскую. И забыла ее сейчас взять. Ну ничего страшного, да. Приезжайте еще, значит. Спасибо. На здоровье. А я Сабакана, привет, Хакасия, Сибирь, там Вау. Сабакана. Наша угольная промышленность, Сурек, тоже здорово. Рулит, да. А, щеточку принесли. А, брэш, give back your brush. Без нашего угля никто не живет, мы там замерзнем без нашего угля. Ну, только Арамболь живет без нашего угля. Это на счастье, да? Ну, аметист, вы посмотрите, да, что, как влияет аметист. Вещь очень хорошая, можно даже в воде опускать и воду эту пить. Вибрации, ну, все знаете, все камни – это вибрации. Это для детей. Раз вы им обещали, вы подарок. Повезло. А вон еще видите, какие экзотические ребята у нас ходят. Я видела уже
А, видели, да? Ну так одно дело, видео вы видели, а так вот они живые. А как вас зовут? Валентина. Валентина. Я Лена. Лена, очень приятно. А вы когда это будете показывать? Ну, дня через 3-4. Сейчас у меня одно за другим загружается. Сонечка, Машенька, пожалуйста, убирайте за нашей Бонечкой, за нашей собачкой. Кормите ее вовремя. И играйте с ней. Мне ее больше не хватает. Сонечка, убирайтесь за Бонечкой. Лисичка опять украсила мир своей прекрасной мандалой. Собачке неинтересно, медитирующая девушка. Привет, красавица. Так я это не влезу в такое платье. Но вот тут разные размеры. Но прорекламировать могу. Ты сама шьешь? Из Питера, да. У меня мама шьет. Ух ты, красиво, здорово. Вот это тоже мама шила? Да. Отлично. Сегодня первый день решила попробовать. Молодец, правильно. Народу нравится, это главное. Нравится, да, симпатичные, очень симпатичные. А ткань откуда? Вот это индийская. Они сказали, что шелк, но что-то как-то вот... Ну, как штапель похоже, да? Да, вот? На самом деле не кусачая, ничего. Не кусачая, да. Все-таки все равно а вот что-то натуральное. Вообще здесь прям вот в такую погоду дышит и... Ой, очень приятная вот эта ткань. У тебя такая же, да? Да-да-да, ага. Симпатичная очень.
Молодец, правильно, правильно. Это индийский стиль. Это вот... А, это разный стиль, да? Да? У всех разный. Материал здесь, который я тоже покупала, поэтому решила. У тебя здесь машинка? Нет. Нет? Секрет маленький, это секрет. А, хорошо. Это мама шила, это маленький секрет. Замечательно. У девушки должен быть секрет. Да. Даже много маленьких секретов. Да, это точно. А мама тоже здесь? Нет, мама в Питере, это ко мне прилетели из Питера. А, привезли, здорово. А посылка? Да. Ну, давай, счастливо. Ну вот, уже и покупатели вроде как появились. Ну, которые фонарики. О. Она не ходит, она летает, бегущая по волнам. Yes, lot of power. She always dancing. Привет, пчелка. Привет. Выполнила свой труд сегодняшний. Да, сегодня миссию свою выполнила. И даже помедитировала. Ощущения другие совсем, вот когда сидишь уже на сделанной мандале, медитируешь. Космос просто. Не передать. Особенно вечером. Немножко шумно, конечно, барабаны, но ничего. Ой, отовсюду музыка. Сегодня какая-то другая какая-то энергетика. Шаманская, да? Да. Молодожены девушки. Девушка и молодой муж. Красные браслеты. Happy marriage. New marriage. When? Now honeymoon? Now honeymoon, да? Медовый месяц у них сейчас. Where are you from? Which state? Himachal Pradesh. Ага, из Himachal Pradesh они. И у них вот медовый месяц. По красным браслетикам я узнала, да. No. You can't go just like this. I can go. There's nobody. Так, опять посадили девочку, которая говорит, что нельзя проходить. Босс не разрешит вам. Саша говорит, разрешите мне поговорить с вашим боссом. Потому что в воскресенье у них Баффет. Продолжение следует...
Ну вот в дни шведского стола они перекрывают вход. Ну, Саша это не останавливает. This is my boss. Ну вот уже домики к Рождеству декорируются все. Бля-бля, Саши, Саши прошел тихо. Так нет, его же окликнули. Как Махатма Ганди со своей палочкой. А то говорит, да, иногда прям коровы такие бешеные. Ой, как я за него рада, да, что у него много людей сегодня. Очень рада за нашего непальского друга и его кафе, заполненное покупателями. Хорошая у него репутация, его любят.